Всем привет, друзья! С вами Карабаш-74. Сегодня мы начнем такое небольшое сравнение двух Уралов, который выходил. Один Урал с правой стороны, который выходил 13 августа 2014 года, незадолго после выхода игры. С левой стороны стоит Урал 43-20-30. То есть это та же самая модель. Только она чуть-чуть в размере уменьшена, то есть реальные размеры сделаны это чуть-чуть побольше. Как я утверждаю, а я повторюсь, это только лишь я утверждаю, что это две одинаковых модели. Но дело в том, что вот эта модель справа, она ничья, и вы ее можете в любое время взять и переделать, потому что она ничья. И на сайте про это написано, откуда я качал, что она ничья. Бубльгом берет этот Урал, который справа, и полностью его переделывает. Вы посмотрите, он даже не удосужился стандартные аддоны переделать у этого Урала. То есть бампер. Вообще, по идее, идет Урал изначально идет без бампера. А, я сейчас на том сижу. Здесь, по-моему, бампер стоит только один. Да, его нельзя поменять. Давайте пересядем вот на этот Урал. То есть то, что он прикрутил камеру в салон и сделал внутри торпеду прилепил, это, знаете, сделать может любой, не мододел даже. Вот у этого Урала даже звук лучше, реально лучше. Итак, вот бампер. На этом Урале можно было менять бампер. Бубльгом этого убрал с этого Урала, ну, совсем, чтобы, наверное, не спалиться. То есть, еще вот такая вот версия бампера была. Но эта версия бампера у него есть на другом Урале. То есть, это тоже потроха все с этого Урала. То есть, единственное его косяк – это размер. То есть, любой мододел и не мододел может убавить его размеры. Сегодня я поговорю с Фуркатом. Он его специально, так сказать, для нас переделает, этот Урал. То есть он пропишет к нему аддонов целую кучу, которые будут функционировать и которые будут работать. И убавит его в размере. Чуть-чуть, ну, нужно убавить его в размере. То есть Фуркат посмотрит видео, увидит, конечно, естественно, и убавит его в размере. Так вот, к чему я вообще все это дело веду. Уважаемые мододелы, если вы копируете чьи-то моды, не нужно вот именно что выдавать за свои. Фуркат моды переделывает, и это написано под видео. Это я говорю в течение видео, что Фуркат их просто переделывает. Он их дополняет. Он прикручивает к ним аддоны, которых в принципе не было изначально. Вот. Я не знаю, знаете, вам проще судить. То есть я сейчас обращаюсь не к мододелам, а обращаюсь к людям, которые посмотрят этот ролик. То есть вот найдите мне отличие от одного Урала от другого. То есть где, какие отличия могут быть? То есть это одна и та же машина, одно и то же. Все скопировано абсолютно. Вот здесь вот есть болты, проработка болтов. Здесь болтов нету. Рама. Да иди нахер. Рама одна и та же. То есть не заморачивались, так сказать, больно. Он не заморачивался, то есть и рама одна и та же. Вот. Убраны брызговики. Здесь брызговики, если на нем есть, то здесь они убраны. Бак. Ну, здесь вот текстуры нету, потому что мод достаточно старый, но он, ребят, работает. Я его выложу, то есть вы его можете скачать, этот Урал. Вот этот, который справа у нас. И можете поиграть на нем. Мод достаточно неплохой, на нем есть платформа, которая работает на скриншотах. Я думаю, в группе вы это увидите или уже увидели. Я КамАЗ запихал, вот этот КамАЗ затолкал ему на платформу. То есть мод достаточно интересный. Мы сегодня, я постараюсь сегодня с Фуркатом связаться. И мы обговорим, и он прикрутит кучу аддонов к нему просто. Вот и все. Потому что мод ничей. А Бубльгум, он просто плагиатор. Это не мододел, ребят. Это обычный плагиат. То есть копирование чужих моделей, присваивание
так сказать, ее себе. Это не очень-то хорошо. Вот. Модель ничья. Любой ее может разобрать по винтику и перетащить на свою модель. Либо эту модель взять, переделать, прикрутить к ней аддон и назвать ее своей. Либо поменять на ней колеса. Или вот эту вот херню убрать. Он даже, смотрите, он даже не удосужился вот это зеркало убрать отсюда. Со своей модели. То есть голимое палево. Если он сюда вот лампочку прикрутил, то здесь ее, да, естественно, нету. Антенка. Антенка отсутствует. Да, но это мелочи, ребят. Основное это все взято отсюда. Так что сравнивайте, оценивайте. Да, колпачки на фарах еще. Вот. А с вами был Карабаш-74 со своим небольшим таким сравнением двух Уралов. Одного и того же типа, то есть это одна и та же модель. Естественно, просто бубльгум он вдвойне, так сказать, обманул меня. Нехороший человек. Не буду уже выражаться нецензурной, так сказать, бранью. Просто это очень нехороший человек, который меня обманул вдвойне, сказал, что это его модель. Кстати, номер один и тот же, смотрите. Да. Так что, ребят, вот так вот. Наебали меня, как хотели. Вот. Но я такого не прощаю. А с вами был Карабаш74. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК. Не забываем, ребят, ставить лайки. Всем удачи, всем пока.